Приветствую вас, господа и любители террарии. Сразу скажу, что я создал TikTok аккаунт и по рофлу залил туда отрывок из моего видео. И оно залетело на 200 тысяч просмотров, и за 2 дня там набралось 3 тысячи подписчиков, а может уже и больше. Поэтому ссылочку на него я оставлю в описании. А те, кто смотрит это видео в TikTok, также переходите на YouTube. Ну что ж, а мы начинаем. Итак, максимальный критический шанс в террарии. Погнали. Для начала возьмем оружие с самым большим шансом крита. Таковым является снайперское ружье. Его мы перековываем на плюс 5% крита, и у него становится 34 шанса крита. Использовать мы его будем с люминитовыми пулями, да, это еще плюс 4 шанса крита. Идем дальше, аксессуары. Тут мы берем снайперский прицел, разведывательный прицел, глаз голема, эмблема уничтожителя, гнилые останки, небесный камень и мозги запутанности. Все аксессуары перековываем на плюс 4 шанса крита. Также берем броню вихря на стрелка, который также повышает наш шанс. Ну не только она, а также ее активка. Если нажать два раза вниз, то у брони активируется невидимый режим, в котором наш шанс крита возрастет еще больше. Также не забываем про еду и зелье ярости. Ну и финальным увеличением шанса крита является аксессуар мозги запутанности. Они работают так, что при получении урона у вас есть шанс уклониться, и на несколько секунд после уклонения у вас также увеличивается шанс крита. Итак, как мы видим, шанс нашего крита стал 178%. Но у меня был момент, когда он был аж 188, но я так и не понял почему. Кто шарит, напишите в комментариях. Ну что ж, а на этом все. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите идеи для видео. Ну а с вами был Ванкор. Всем удачи и всем пока.